А вы знаете, что такое битбокс? Я вот занимаюсь, просто хотел вам что-нибудь вспомнить. Возможно, мне удастся вас удивить, настроение поднять. Реально? Да, как вы смотрите на это? Да, прикольно. Можно я буду на видео снимать? I don't need nobody. I don't wanna cut it, baby. Something at your body. Let me think about nobody. I don't feel no. I don't need no bump. I don't wanna body beat. Это просто вау! Спасибо. Если там камера снимала, там такое лицо. А вы заметили камеру, да? Сразу? Конечно. Но тут же сразу слышно, что это настолько профессионализм от ног до ушей. Я просто сама музыкант. А вы играете, занимаетесь? Я чем? Вокалистка уже 9 лет. Вот это да. Давай что-нибудь вместе сделаем. Какие вы песни знаете, популярные самые? Да, не знаю, все что угодно. Капец, тысячу лет не пела. У вас очень красивый голос. Спасибо. Спасибо огромное. Пожалуйста. Вам за настроение. И вам спасибо за песню такую прекрасную, за голос вас. До свидания. Не против, если я музыку немного включу? Давайте. Знаете, что такое битбокс? Что-то знакомое. Когда музыку губами делают. А, музыка, да. Музыка какая-то. Я вот занимаюсь, хотел вам что-нибудь исполнить. Возможно, мне удастся вам дать поднять настроение или удивить как-нибудь. Ну, попробуйте. Dreams are made of these. Who are mine to decide? Greed, traveled the world, then in seven seas. Everybody just looking for something. Come on, turn up, beeps, you. Come on, turn up, beeps, bump, you. Come on, turn up, beeps, you. Come on, there, want to get used by you. Boom, 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 boom.
спасибо. Песню в вашем, ну, вообще вот в таком исполнении, ага. Интересно у вас. Да, я поняла, я вспомнила, ага. Да, это музыка такая. Ну, понравилось. Первый раз, да, да, необычно очень, ну, у вас и слух, и голос, да? Ну, стараюсь, да, тренируюсь. Здорово. Спасибо. Не, правда, мне понравилось, как бы слух не режет, во всяком случае, ничего такого. Я просто не могу понять, как можно ртом издавать такие звуки вообще. Вообще, как это вообще возможно? Я могу короткий мастер-класс провести, и сразу вам станет все понятно. Там на самом деле есть три основных звука, барабанных звука. Первый звук — это бочка, второй звук — тарелки, третий звук — рабочий барабан. И вот с этих трех звуков мы уже можем делать различные ритмы. Всего три звука? То есть разные вариации вот этих трех звуков уже создают впечатление того, что ты делаешь музыку. А потом мы добавляем голос, что-то пропеваем поверх этих трех звуков, например, и все. То есть на самом деле не все так сложно. Да нет, удивили даже не один раз, а еще раз удивили, что там всего три звука, я бы никогда бы не подумала. А вы знаете, что такое битбокс? Слышали? Я вот просто занимаюсь, хотел бы что-нибудь вам исполнить. Мне просто интересно, удастся ли мне вас удивить своим навыком. Давайте. Я, у меня тут микрофон подключен, вы не пугайтесь. A confusion in my mind. There's no way and I'm blind. Falling into black hole. But I'm taking control. A confusion in my mind. There's no way and I'm blind. Falling into black hole. But I'm taking control. Так вот. Что скажете? Мне даже немного не верится, что вы именно вуп пели, потому что я слышу, как бы микрофон, я такая думаю. Классно, это прям. Спасибо. До этого духовыми занимались? Нет. Я вообще до этого на баяне играл, если честно. На гармошке. Не, просто, насколько я помню, что вот именно хорошие битбоксеры — это бывшие бухарики. Да? Нифига себе, первый раз, если честно, слышу. Да. Здравствуйте. А можно вам вопрос задать? А вы знаете, что такое битбокс? Битбокс? Да. Нет. Игра какая-то. А слышали хоть раз, когда губами музыку делают? Пародируют ртом? Да, да, да. Я вот занимаюсь, просто хотел вам что-нибудь исполнить. Возможно, мне удастся вас удивить, настроение как-то поднять. All around me are familiar faces, worn out places, worn out faces. But I'm only for your daily races, going nowhere, going nowhere. The juice of feeling, public lapses, blowing expression, blowing expression. How my upset I wanna drown my sorrow, bro tomorrow, bro tomorrow. Блин, как классно. Слушай, это очень круто. Спасибо. А не прикалывалась ты так, что, блин, как будто не ты. Чтобы не сказать, например, что люди вот. На самом деле, сзади, если да, я иногда говорю, а можно музыку включить? Такие, да, включайте. И я просто делаю вид, что прибавляю музыку и начинаю делать битбокс. И люди первое время просто вот так не понимают, что происходит, откуда идет звук. То есть в недоумении просто сидят такие, что? Блин, это вы? Очень классно вообще. И у тебя спасибо. Голос классный какой. Спасибо большое. Очень круто.
Спасибо. Я думала, ну ты сказала, я думала, ну так, ты сейчас, короче, фигню какую-нибудь, правда круто. И я бы даже, если бы, наверное, я вот так сидела бы, я, наверное, подумала, что эта музыка играет. Да ладно. Офигеть. Ну, спасибо. Ты самый крутой такси, водитель такси. Даже так? Все знакомятся, еще что-то. Ты уже, конечно, правда удивил. Ну, я рад, что мне удалось вам настроение поднять. Да, спасибо, очень классно. А вы не против, если я музыку включу немного? Baby, break my heart, boom. Give me all you got, boom. Don't guess why, boom. Don't be shy, boom. Fuse it, boom, love, boom. If I can fit him, no, boom. Boom, guess why, boom. Don't be shy. Don't be shy, boom. Don't be shy. Ты так клиентов развлекаешь, да? Да. Людям настроение создаю. Понедельник, день тяжелый. А вы знаете, как это называется? Искусство, которым я вот занимаюсь. Корректируйте меня. Это битбокс? Верно, все правильно. Обычно никто не знает. У нас не очень популярно это направление в России. Спасибо большое. Я песню свою недавно сочинил про кота. У меня кот сбежал. Я про него песню написал. Ну, шутливая такая. Давайте там что-нибудь тоже исполним. Давайте. Пока на светофоре стоим. Я люблю котов гладить и чесать, и не стрёмно мне дерьмо их убирать. Но мой кот сбежал, я теперь грущу, чтобы не грустить, пойду его найду. Где кот? 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 Надоел мой битбокс каждый день слушать, и он решил от меня убежать. Не нашли? Нет, пока ищу, пока что в поисках.